Всем привет! Я часто вижу комментарии с вопросом, как получить пружину или сервопривод. И по просьбе подписчиков я решил сделать короткий ролик, как получить эти вещи. Чтобы их получить, нужно зайти в магазин и купить набор с плоскими колесами. Он находится внизу и стоит 750 золота. После того, как вы его купите, вы получите 4 плоских колеса, 2 сервопривода, 4 пружины и одно кресло водителя. Надеюсь, это видео было вам полезным. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Геймс. Всем пока.